Итоги социально-экономического развития подвели в Порецком районе. По всем основным показателям муниципалитет в плюсе по сравнению с 2016 годом. В 2017 году в Порецком районе действовали 12 муниципальных программ, в этом уже 13. На их финансирование предусмотрено около 200 миллионов рублей. Индекс производства сельхозпродукции составил 101%. При этом выросло производство скота и птицы. Расширились и посевные площади. Муниципалитет больше остальных выращивает рапс, сою, лен, горчицу, гречиху. В 2017 году на водоснабжение села Порецкое из бюджета республики было выделено более 19 миллионов рублей. Построена станция обезжелезивания и проложена более километра водопроводной трубы. Актуальным в 2018 году остается создание благоприятных условий жизни на селе. Пока в районе недостаточно рабочих мест. Предприниматели есть, но мало, честно признаюсь, что мало. Нам бы хотелось, чтобы именно в этом направлении у нас пока есть недоработки. Мало предприимчивых людей в Порецком районе, если смотреть статистику с другими районами. Вот проводим день малого предпринимательства, там показываем государственную поддержку и так далее, но очень мало. Глава Чувашии отметил, районным властям надо активнее добиваться поставленных целей, тем более, что поддержка со стороны республики с каждым годом становится ощутимее. Расходы консолидированного бюджета Чувашской республики в 2018 году составят 58 миллиардов рублей. Каждый бюджетный рубль направляется по программным продуктам на повышение качества жизни населения, акцентировал Михаил Игнатьев.